Пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Алимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Алимбет – народный букмекер! Дмитрий Анатольевич, насколько на картину игры повлияло то, что ребята играли под нагрузками? Естественно, по сравнению с соперником, мы работаем в двухразовом режиме. Разница сразу чувствуется, потому что соперник через 2 недели начинает чемпионат, они быстрее. Вот, они быстрее переключаются, у них уровень физической готовности совсем другой. Мы преследуем немножко другие сейчас цели. Нам нужно в идеальном физическом состоянии подойти к началу чемпионата. И на данном этапе разница физической подготовки, она, естественно, ощутима. Мы работаем в двухразовом режиме, жесткие тренировки, много упражнений в тренажерном зале, даем упражнения силового характера. Мы осознавали, что нам будет очень тяжело, но ребята проявили характер, старались. Естественно, что очень много сейчас не получается, потому что реально тяжело справляться с нагрузками. Но были ошибки, разберем, проанализируем и будем двигаться дальше. Насколько корректно говорить о том, что никакого стартового состава на данный момент нет, и пока тренерский штаб ищет оптимальное сочетание, футболисты будут получать примерно одинаковый объем игровой практики? Да, естественно, на данном этапе не может быть игроков стартового состава и запасных. Все в равных условиях, все борются за место в составе, здоровая конкуренция, и мы будем выбирать немного позже. Сейчас, еще раз повторю, у нас другие задачи.